В здравоохранении нет второстепенных, малозначимых ролей. Успех борьбы за жизнь и здоровье человека зависит от каждого специалиста. 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. В честь праздника в Восточно-Казахстанском университете Аманжолова было организовано торжественное мероприятие, посвященное благородной профессии. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Тамирис Кабаева. Не секрет, что на медсестрах держится практически все здравоохранение. От их профессионализма и отношения к больным зависит выздоровление и качество оказываемых медицинских услуг. Работаю в этой должности уже 17 лет, общий стаж более 27 лет. Сегодня я хочу поздравить всех медицинских сестер с профессиональным праздником, пожелать им мира, добра, достойной заработной платы, повышения уровня своей и... Самое главное – быть здоровыми. В Министерстве здравоохранения Казахстана также поздравили медицинских сестер с праздником, отметив, что благодаря их каждодневному труду и терпению, отзывчивым сердцам и многолетнему опыту, пациентам возвращается здоровье. Они становятся на ноги и верят в свое исцеление. На сегодняшний день хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Хочу пожелать им счастья, добра, удачи в работе, благодарных пациентов. И хочу выразить им огромную благодарность за их нелегкий труд. В основе медицинской профессии лежит забота о людях. Они пропускают через себя чужую боль и искренне радуются, когда видят выздоровление пациентов. Медицинские сестры – опора системы здравоохранения нашей страны. И кто, как не они, заслуживают уважения и почета. Тамирис Кабаева, Гульдана Айдаркызы, Асхат Ордыбаев, Алтай Ахпарат.